Всем привет, с вами ТДС, и добро пожаловать в мой авто. Так, что бы я хотел? А, да, точно. Это, короче, такое бонусное видео мое. То есть тут не будет ничего информативного. Ну, просто так я его сделал, от нифиг делать. Так, сейчас я нахожусь в Super Hostile номер 7, Legendary. Сегодня я просто поприкалываюсь здесь. Я собираюсь. Ну, здесь, короче, есть три зоны за замковых. Castle Ascidia, Castle Invidia и Castle Aira. Я собираюсь немного там повеспределить. А точнее, стереть их с лица карты. Так, вот мы в Castle Ascidia. Такой замок немного странной архитектуры. Даже Векс это заметил, он даже написал он это. Так, ну что ж. Вот я проложил красную пыль, заложил там динамит. И поехали. Ой. Так. Похоже, сигнал не доходит. Так, сейчас проверим, докуда он идет. Поставим тут рычаг, включим его, чтобы посмотреть. Так, ну-ка, рычага у меня нету. Кажется, да. Так, как его делать? Палка и камень. Получается рычаг. Ставим его сюда. Активируем. Всего три блока не хватает. Ладно, убираем рычаг. Он нам больше не нужен. Так, стандартный скин такой смешной. Убираем красную пыль. Ставим удлинитель. Красную пыль сюда. У меня нет красных факелов. Ну ладно, мы их сделаем. Ага, мне надо два. Второй. Так, сюда. Ставим. Ой! Черт! А, я уже. Ну что ж, неплохо получилось. Правда, взорвалось, конечно, не все. Но мне этого хватит. Все равно получилось неплохо. Ой. Сори. Убираем красную пыль, она нам больше не понадобится. Закроем эту дырку, которая нам здесь ни к чему. Хочу посмотреть поближе. Как это все? Так, до тут я не достаю. Окей, строим отсюда. Мостик. Берем этот камень. Так, сейчас мы находимся в Castle Invidia. Очень еще более странная архитектура. Внизу такая пирамида, а сверху... Ну ладно, поехали. Слабенько. Так. Там, похоже, не взорвалось. Сейчас мы туда заберемся и активируем это. Все. Остатки. Динамит там, а потом займемся разрушением остатков руин пирамиды. Так, сюда. Еще немного. Ставим факел, да. Смотрим на... Конечно, как заметно, абсолютно ничего там практически не разрушилось, потому что это все из коренной породы и из обсидиана, так что тут ничего не должно сломаться, это я просто так, на всякий случай. Так, вот, заложил динамит на пирамиду.
на остатки пирамиды. Сейчас я его буду подзрывать. Так не работает. Так тоже. Ладно, сделаем так. Ставим. Взрывайся. Прикольно. Дырки в пространстве. Пустоту. Так. Идем дальше. Еще больше дырок. Отлично. Взрыв небольшой. Ну что ж, там почти ничего не осталось, так что я думаю, на этом все. Передвигаемся в Castle Aira. Прыгаем в лаву. Так, я тут тоже заложил динамит. Немного похож на Castle Asidia по строению. Начинается шоу. Блин, это больно. Правда, не очень. Ну что ж, думаю, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был ТДС. Удачного дня.